Итак, приветствую, мои друзья и гости канала, всем огромнейший привет, и знаете что, вы говорите, Макс, ты задолбал показывать квартиры хорошие, красивые, по 40 миллионов рублей. Покажи нам что-нибудь такое нормальное, добротное, там, до 5, блин, хотя нет, 5 дорого, до 4, блин, и до 4 дорого, давай до 3,5. Ну, давайте покажу. Сразу говорю, квартира стоит 3,5 миллиона рублей. Квартира с ремонтом. Это у нас дом-квартирник. Сейчас, на данном этапе, чтобы вот сразу вот все вопросы убрать, на данном этапе дом построен, люди все здесь живут, квартиры снимают, но документы еще пока не получены. Документы в процессе. Там долгий идет процесс, но еще не получено. Это квартирник. Соответственно, цена низкая, потому что сейчас, по факту, у вас предварительный договор купли-продажи с застройщиком. Но. Как только получит документы, эта квартирка будет стоить, ну, в полтора раза дороже, 100%. Итак, давайте попробуем с вами изучить, что же здесь такого интересного происходит. Ой, как бы вот опять я не то выбрал себе, так как говорится, не тот режим по герцовке. Поэтому, видите, прям все у нас мигает, все вот непонятно как. Ну да ладно, бывает, я уже задолбался подстраиваться. Ладно. Кто захочет, тот все увидит, все, что нужно. Итак, студия 21 квадратный метр. Блин, а может быть так сделать лучше? Да, давайте вот так вот, наверное, сделаем. А может быть так сделать? Да, давайте лучше вот так вот сделаем. Студия 21 квадратный метр. Уже, в принципе, готовая, с ремонтом, с техникой. Находимся мы с вами на Соболевке. Жилой комплекс, который называется Соболевка. Итак, что здесь интересного? Первый этаж. Но у данной квартиры есть одна небольшая фишка, которую сейчас я вам с большим удовольствием покажу. Вот здесь есть своя небольшая территория. И по сути получается, посмотрите, здесь все это остается. Вид на море, само собой. Ну и, конечно, уже вот на такая территория, где может посидеть на досуге. Видите, все здесь сделали. Можно сделать, ну, как бы здесь перегородочку. В общем, все как и должно быть. Данная квартира стоит 3,5 миллиона рублей. Почему ее продают? Ну, потому что обратно переезжает к родителям, там родители болеют. В общем, надо за ними ухаживать. Приходится уезжать в другой город. На самом деле, учитывая то ценообразование, которое есть сейчас в Сочи, цена более чем адекватная, цена более чем доступная. И по большому счету за 3,5 миллиона рублей вы даже в стройке ничего безопасного не возьмете. Опять же, за эти деньги вы можете взять стройку и также ждать, там не будет ни документов, ничего, построится или не построится, там уже лотерея. Здесь дом построен, соответственно, сейчас тебе должен быть суд, да, вводится он через суд, потому что были договоренности с прошлым, так скажем, мэром города, но мэр города у нас благополучно ушел и некоторые циклы не завершил. В любом случае, данный жилой комплекс построил у нас надежный достройщик, и поэтому он в любом случае доведет данный дом до логического завершения, потому что здесь люди все живут, по большому счету, здесь все коммуникации подключены, и в принципе остается только за малым получить все документы. Вот так вот. Есть у нас просто дома с документами, но которые не введены в эксплуатацию, да, к примеру, жилой комплекс Искра Атланта, а есть наоборот, когда дома построены со всеми коммуникациями, но вот пока документов немножечко не хватает. Люди скажут, нахрена ты нам это показываешь, ребят? Ну, еще раз повторюсь, у вас за 3,5 миллиона рублей особого выбора нет, вы ничего не сможете купить, даже в Адлере стройка, ЖПшки, а это все-таки квартирник. ЖПшки начинаются там от 4200 и то от инвестора в черновом исполнении. Здесь вы получаете какую-никакую квартиру. Такая квартира сдается вот в этом доме за 25 тысяч рублей. Я знаю, у меня там очень много здесь знакомых живут, и в том числе риэлторы, они выбрали именно эту локацию, потому что по большому счету только с этого места вы можете пешком дойти до Зимнего театра за 30 минут. С любого другого места, там, с Дагомыса, с Адлера, никогда в жизни не дойдете. В целом, локация-то для этой цены нормальная, адекватная. Само собой, если у вас есть возможность купить квартиру там за 20 миллионов рублей такой же площади, зачем вы смотрите данный видеоролик? Вообще, объективно, аналогичные квартиры в данном сейчас микрорайоне стоят из расчета примерно 7 миллионов рублей. Здесь же вы получаете за 3,5 миллиона рублей квартиру с ремонтом. Квартиру, именно квартирник. Сейчас, как только дом ведут в эксплуатацию, здесь будут проходить все виды ипотек и так далее. Можно, в принципе, немножко подождать и купить. Ну, смотрите, ребят, я еще раз говорю, если у вас есть возможность там, если у вас есть миллионов 7-8, я вам могу показать такую же квартирку со всеми там документами, все, без проблем в этом же районе. Но если вдруг у вас нету 7-8 миллионов рублей, нету даже 5 миллионов, потому что даже за 5 миллионов рублей вряд ли вы здесь что-то купите, то это для вас, я считаю, один из интересных вариантов. В любом случае, это
жилье, если есть возможность подождать, подождете, и данная квартирка вырастет в цене. Я здесь продал, в принципе, много квартир в этом доме, но кто знал, что у нас поменяется власть и будет все через одно место. Поэтому, ребят, если вдруг хочется приобрести, давайте я покажу вам еще территорию, покажу дом снаружи, чтобы вы понимали, что это дом не от Ашота Плюс, это нормальный дом, нормальный квартирник, в который не стыдно заходить, не стыдно выходить. Я с большим удовольствием вам покажу дом целиком. Вот как бы так, ребят. Поэтому делаем большую паузу. У нашумевшего боевика. Вот такая вот здесь детская площадочка есть. Вот так вот у нас выглядит дом. Входная группа. Видите, здесь дорогая плитка. В принципе, полностью здесь весь дом жилой. Люди здесь живут и радуются этой прекрасной жизни. При этом еще есть небольшие бонусы в виде того, что здесь есть парковка, везде видеонаблюдение. Низкие коммунальные платежи, ну и, конечно же, помимо всего этого, здесь рядышком прямо автобус. Я говорю, очень много у меня здесь знакомых живет, и, в принципе, все ждут, когда получат документы. По одной простой причине, потому что альтернативы, в принципе, данному жилому комплексу нет. Поэтому, ребят, если хочется взять себе квартиру в доме, да, конечно, там на предсдаче, то обращаемся.